Таганрогское время 11 часов. Турнир начнется где-то в 12. Но участники уже прибывают, готовятся и, конечно же, тренируются в шахматы, да? Точно, шахматы у них. Я так и убедился в этом. Сергей Анатольевич, так, у вас еще очередной гость. Мы можем здесь или мы пойдем? Нет, мы лучше зайдем. Да, там все-таки более светлая обстановка, хотя шахматная обстановка уже чувствуется. Вот я вижу, тут ребятишки рассматривают кубки, и наверняка они надеются что-то такое получить. Так, представьте своего очередного гостя. У вас сегодня очень много народу. Да, Рожков Владимир Иванович, это наш, в общем-то, коллега. С первых дней развития шахмат на Дону, когда мы начали работать вместе уже около 3 лет, это человек, действительно, который сделал многое. Все наши сегодня успехи, это и шахматная школа, и, в общем-то, все турниры, которые российские этапы гран-при проходят на территории Ростовской области и уже Южно-Федерального округа, это основная, в общем-то, заслуга Владимира Ивановича. Поэтому, Владимир Иванович, вам пару слов. Ну, во-первых, я искренне поздравляю с праздником, который сегодня здесь будет состояться в шахматной нашей общественности Дона. Это традиционный ведь уже праздник. Да, это уже становится традициями. И сегодня вот с Сергеем Анатольевичем мы не раз уже говорили на эту тему. Мы не преследуем особенно воспитание гроссмейстеров или чемпионов мира. А самая главная задача, наверное, массовость занятий шахматами и то, что делается вот с помощью федерации здесь на Дону. Вот видите, прекрасный пример, вот это будущее нашей страны, вот, и их внимание к этому делу. То, что в школах, сколько, 39 тысяч охвачено на Дону, которые... это еще не предел, это процесс, который такой в стадии развития. Я думаю, это огромный плюс создание нормальной творческой атмосферы в школах в наших и привлечение детворы к занятию этим видом спорта. Но... Сергей Анатольевич говорит, что он будет распространять этот способ и даже силовыми методами. Он все-таки мастер спорта по борьбе и в других регионах юга, а может быть и по всей стране. Вы будете поддерживать это? Это такой генератор идей здесь, в этом деле, что к нему лампочку подсоединить, по-моему, не одна люстра будет светиться и ярко светиться. Но за то, что он берется, но вот с его настойчивостью и с его упорством, видно, таким спортивным, оно всегда достигает цели. Владимир Иванович, но все-таки вот все время как бы делается упор на шахматы, я понимаю, это шахматный турнир. А вот как насчет других вот спортивно-логических игр? Вы это поддержите или, может быть, это вредит наоборот, там, другие там, не шахматные игры, там, шашки, допустим? Я как депутат законодательного собрания Ростовской области двумя руками за развитие этих видов спорта. И чем больше мы привлечем детворы к этому делу, чем больше мы их заберем с улицы, тем будет лучше для нашей страны. То есть разнообразие приветствуется? Конечно. Спасибо большое.